Супертрейдер на скамье подсудимых. В Британии начался судебный процесс над бывшим трейдером швейцарского банка UBS Квеку Эдоболе, из-за несанкционированных сделок которого компания потеряла 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Эдоболе обвиняют в мошенничестве и фальсификации отчетов. Обвиняемый же все отрицает. Если суд согласится с доводами прокуратуры, бывшему трейдеру грозит до 10 лет лишения свободы.